Всем салют! Всем салют! Сегодня Рома и Диана будут учиться принимать гостей. У нас есть такая кухня, у нас есть продукты. Сейчас будем учиться накрывать на стол. Давайте посмотрим все, что у нас есть в корзине. Мы высыпали все, что там есть. Перед тем, как пришли гости, сначала нужно расставить тарелочки. Где у нас тарелочки? Вот. Есть тарелочки. Сколько тарелочек есть? 3, 4, 5, 6. Вот таких вот есть 5 тарелочек. Из имеющихся продуктов мы сейчас сделаем какие-то блюда. Давайте картошку фри всю сложим в одну тарелочку. Где еще есть картошка фри еще на столе? Вот, она ложим в тарелочку, да. И еще. Последняя. Картошку фри сложили. Это одно блюдо. Давайте сделаем вкусный бутерброд. Давайте. У нас есть хлеб. Рома положил одну порцию. Хватит одну порцию помидоров. Это котлетка. Котлетка. Ложим котлетку потом. Потом? А потом листик. Потом это. Не, картошка, это мы будем в прикуску. Вот такой бутерброд получился. Потом еще хлеба. А это второй давай бутерброд сделаем. Давай? Давай второй бутерброд у нас будет с хлебом, сыром и яйцом. Давай. Бери сыр, ложи на хлеб. И ложи яйцо. Вот такой бутерброд. Может, еще помидорку добавим? Давай. Для вкуса. Ложи помидорку. И вот так. Вот. Какие у нас классные еще два бутерброда. Огурчик. Это не огурчик, это фрукты, это арбуз. Давай фрукты сложим в эту тарелочку. Где еще фрукты здесь на столе лежат? Яблок. Виноград, банан еще. Вкусный банан. Ну что, фруктов я больше не вижу на столе. Вот такая у нас получилась фруктовница. Рома, ты заваришь чай? Да. Давай, поставь на плиту, чтобы чай сварился, пока гости придут. Ждем. Корзинку можно снять и начнем уже сервировать наш стол. У нас есть бутерброд с яйцом. У нас есть целая тарелка фруктов. Такой вот открытый гамбургер. Тарелка картошки фри. Может, мы еще сделаем хот-доги? Кто хочет сделать хот-дог? У нас есть сосиски и есть хлебушек. Рома, давай ты сваришь сосиску в кастрюле. Сейчас Рома отварит сосиску. И мы сделаем хот-дог. Еще сосиска. Мам, еще сосиска. Еще надо поварить. Оп. Смотрим. Теперь мы сделаем хот-дог. Положим булочки. Ай, горячая. Горячая? Положил Рома сосиски в булочки. И у нас получилось два вкусных хот-дога. Ромочка, давай ты вот возьмешь куриные ножки, положишь их на тарелочку, и мы их запечем в духовке. Две ножки варятся. Две ножки. Давай запечем в духовке. Где у нас духовка? Вот. Духовка у нас вот здесь. Положи в духовку ножку. Да. Положим в духовку наши ножки. Закроем. Чуть-чуть подождем. Да, правильно. Подождем пару минут. А ну смотри, приготовились? Да. Давай, ставим на стол. Ай, гадя. Горячие? Ай, горячие. Осторожно, не обожгись. Ай, горячие. Так. Ай. Ставь на стол. Уа. Так, о, вот сколько у нас уже вкусных-вкусных блюд. Наши гости уже не останутся голодными. Так, давай еще приготовим еще одну порцию чая. Получается чай варить? Водичка закипела уже, посмотри. Да. Закипела? Ай, горячие.
котячий. Так, ставь. И здесь что еще? Теперь давай поставим чашечки, ложечки и нальем туда чай. Ой, крышечку надо придерживать. Наливай. А ложечки в чашечки положить надо еще. Да. Ничего, пусть там будет такая. Вот такой вот Рома с Дианой приготовили стол. Гости, я думаю, останутся довольны. Что у нас есть, Рома? Расскажи на столе. Это. Курочка есть. Это. Дальше у нас есть хот-доги, картошка фри, фрукты. А также у нас был тут бутерброд с яйцом. Где-то наше яйцо уже делалось. Диана, ты съела яйцо? А, вот оно лежит. Вот наше яйцо. Я съела. Ты ешь уже сосиски? Ром, они же игрушечные. Вкусные? Я уже съел. Ты уже все съел? Нет. О, еще ты не попробуй. Диана, садись, будешь кушать? Рома взял вилочку и будет кушать сосиски. Мама, давай еще приготовим. Что, не доготовились сосиски? Нет. Сырые? Они еще сырые. Сырые? Давай готовить. Ты прям в тарелочке готовишь? Да. Ой, не сюда. Сюда. А, ты хочешь запечь в духовке? Да. Чтобы была хрустящая корочка? Подождал? Нет, еще не приготовили. Диана, ты что кушаешь? О. Диана, сосиски попадали на пол. Ты кушаешь сосиску? Уже приготовился. Ну, кушай. Вкусная сосиска, Диана? Приготовилась, Ром? Да. А ну, покажи. Ой. О, какая она стала румяная. Надо еще приготовиться. Вот такие у нас были гостеприимные сегодня Рома и Диана. Они приготовили несколько блюд. Думаю, ихним гостям бы эти блюда понравились. Рома, тебе понравилось готовить? Да. Ну, через такой день я еду куда. А что тебе больше всего понравилось готовить? Это. Это не это. Не это. А что это такое? Не это чай. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока-пока, Ромчик. Диана, пока-пока. Пока. Я говорю, закрыть котки.